Итак, ребят, всем привет! Сегодня у меня очередной выход. Копаем мы сегодня в том же месте, где в прошлый раз. Фундамент, который у нас с масонами был. Вот, с реликвиями 25-го года, копеечка. И, между прочим, еще были иноземные монеты до революции. Сегодня я копаю один юрец, который в прошлый раз со мной здесь присутствовал. Он задержится, возможно, подъедет чуть позже, хотя не знаю, сегодня не созванивались, но вчера он горел желанием приехать покопать. Ну, начало свое видео в связи с тем, что у меня находка появилась. Находка, в принципе, приличная. Я уже видел, что это монета, и монета царская. В руки я еще, конечно, ее не брал, но по рельефу я разглядел, что это империя. Образца николаевского формата. Ну, сразу приступим к рассмотру монеты. Монета у нас зеленая. Вот она у нас лежит. Очень большой, сильный зеленый окисел. Это у нас 2 копеечки, год не разглядеть. Первая находка и первый царик, это радует, очень радует, что не советик, хоть я не приверженец таким вот суевериям, но все равно. Первая империя, вот такая зачетная. Ну ладно, продолжаем, находки, я думаю, будет. Всего-навсего я сделал несколько штуков лопаты. Вот этот уголок я выковырил, где-то, наверное, ну, 2 штыка стопудово выковырил, выкинул на отсыпочку. Отсыпку я делаю в ту сторону, чтобы закопать прошлую яму, и она у меня сравняется с фундаментом. То есть по окончании копа я, конечно, покажу результат моей работы. То есть за собой я всегда закапываю все. Ну, вот такая вот монета выкопала. 2 копеечки, я думаю, очиститься будет неплохая. А так, конечно, видно, что это 2 копейки николаевского формата. Ну все, продолжаем. Итак, у меня очередная находка, но начну вот с этого. Ко мне юрец подошел, юрец, помахай ручкой. Находок пока у него нет. Поменял он снова катушку. Поставил вот маленькую. Ходил он со стандартной. Что-то тяжеловато, говорит ему, с ней. Но я хожу со своей. Со своей стандартной катушкой. Результаты есть. У меня находка. И находка это у нас пятачок. Советский пятачок. Сейчас посмотрим, какого года. Просматривается 31-й. Старый герб 31-го года. Пятачок. До этого я еще поднимал вырубыш из царской монеты, но я не разобрал, что за монета. И еще советская трешечка была 70 какого-то года. Не буду ваш взор отнимать на такие находки. Буду все снимать то, что связано со старыми советами или с империей. Ну ладно, продолжаем. Ну что, закончили мы с этим шурфом. Шурф выдохся полностью. Находок уже практически часа никакого нету. Юрца у меня тоже находок нету. Вот, и решили мы здесь все-таки окультурить. Сейчас немного присыпем и свалим на другой фундик. Надеюсь, найдем такой же подходящий. Хороший фунт, хорошие находки у нас здесь были. Если вы помните по прошлому видео, здесь мы подымали и масонов, вот, крупного размера, и раритеты. Вот, так что переедем мы на другое место, а может быть и перейдем. Вот, вот такой вот у нас здесь разработка была, перешвыряли практически все. Вот, сейчас все это напросто засыпем. Юрец вон отчаялся, находок нет. Так что будем закругляться. Ну ладно, продолжение видео, конечно же, будет. На этом и закончу.
Так, ребят, с нашего места у нас прогоняют. Здесь местный какой-то объявился зам полиции, вроде как, говорит. Да, что-то непонятное. Сейчас он подойдет, и мы с ним пообщаемся. Пообщаемся в прямом эфире. Кто он такой вообще? Да, разберемся. Вот такие вот у нас есть подонки. Ну ладно, продолжаем. Итак, ребята, плюнули мы на это дело. Останемся мы продолжать, будем копать. Если приедут сотрудники милиции, пообщаемся с ними. Мы закон никакой не нарушаем. Вот, пообщался я сейчас еще с одним местным коренным жителем. Бабзина ее. И она сказала, что этот человек неадекватный, болел, был парализован. А парализованные, сами знаете, одно полушарие не работает. И человек практически существует нездоровым образом жизни. Ну, продолжим, посмотрим, приедут сотрудники милиции или нет. Вы об этом, конечно, узнаете. Повторюсь, закон мы никакой не нарушаем. Мы не на его частной собственности. Не посягаем ни на чью собственность, между прочим. Все, здесь все заброшено, все брошено, в дома мы не заходим. В общем, поживем увидим. Продолжаем копать, находки будут, вы об этом узнаете, смотрим. Итак, ребят, приехали сотрудники милиции, мы сейчас будем с ними общаться. Если что-то, надеюсь, плачевного ничего не будет, мы сейчас придем, смотрим. Итак, ребята, в общем, мы пообщались с сотрудниками милиции. Вот. В принципе, мы все обговорили, все утрясли. К сожалению, наши данные записали для себя. Вот. Ну, по-добру, по-здорову мы решили все-таки уехать. Сейчас они нас сопроводят, чтобы мы выехали от этого места. Разъяснили нам все про все, как и что нужно делать. В данном случае, если едем копать, то необходимо согласовывать это с местной администрацией. Вот. Ну, все же мы сейчас соберемся и отсюда тронем. Вот так вот у нас закончился коп на этом месте. Сейчас мы передвинемся в другое место. Вот, и там останемся и продолжим свой коп. Ну, так вот получилось, вот так вот. Ну, жаль, конечно, но ладно, что не бывает. Закон есть закон. Итак, ребят, приехали мы в одно местечко. Ехали в одно, не нашли его. Что-то GPS-навигатор у нас не определил это место. Мы как-то там были, но дорогу не запомнили. И ехали по лугам, по дороге, и увидели вот такое горелое, распаханное место. И решили проверить, как там у нас, может быть, находки будут. Потому что в свое время здесь вот у нас вот деревня. И один старый дед мне рассказывал, что деревня была дальше, вот до тех вон лесов, которые верхушки торчат. Вот он говорит, вплоть до туда была деревня. Не знаю, а трава была высокая в том году, мы сюда не залазили. Но сейчас проезжаем, и я вспомнил этого деда. Здесь у нас все сгорело, вот пожарище было огромное. И вот сейчас все здесь сгорело, и хотим попробовать. Может быть, находки будут. Потому что проходили сейчас. Кирпич кое-где валяется, но его немного, сопутки практически вообще нету, но хотим испробовать. Но скажу вам, ямки там у нас присутствуют, кто-то там уже исследовал это место. Так что надеюсь, и нам повезет, если тот парень находил, кто здесь исследовал. Надеюсь, и нам тоже удача улыбнется, и мы все-таки узнаем про новое место. Вот, так что смотрим.
Ну а у меня находка. Находка у меня очень довольно-таки интересная. Вот такая круглая штука. Не знаю, что это такая накладка. Вот. Но довольно-таки интересная. Имеется орел. Как видите, вот такой вот орел. По советам. Советы в основном периода 30-х по 50-е года. Щитовички. Вот. Больно, в принципе, ничего интересного. Вот находка. Вот так вот. Не часто увидишь монету. Торчащая. Так, что это у нас? О, классная, это большая монета. Павел Первый. 2 копейки. 1801.